Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. И сегодня мы будем играть очень миленькой, очень хорошенькой колодой, которая называется БР Рагдос Агро. Вперед! Но прежде чем мы переступим непосредственно к обзору колоды, хочу зачитать несколько ваших комментариев и ответить на них. Итак, Нестор Иванович пишет: «Крутая колода! Хотелось бы увидеть Рагдос Агро или контроль». Нестор Иванович, это дека сегодня специально по вашей просьбе. Следующий комментарий. Swift Кей пишет: «Будешь драфт снимать?» Я на самом деле не такой уж сильно драфтер, я, как вы могли заметить, да, не профи. Но если вы действительно хотите, чтобы я сыграл драфт, давайте наберем 10 лайков под этим видосом до пятницы. Если у нас получится, то я обязательно сыграю для вас драфт. И Frozen Wolf CH, или это обозначение Чехии, возможно, пишет: «Реаниматор норм, но собери лучше начарки и здравники. Божественное явление». Окей, дружище, в четверг это видео будет посвящено тебе. Я эту деку соберу. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к обзору колоды Рагдос Агро в стандарте 2020. Так сказать, после ротационном стандарте. Но с небольшой фичкой. Итак, 4 сточных костяка. За одну ману 2-1. Выходит на поле битвы повернутым. За 2 маны возвращаем его в руку, только если оппонент получил хиты в этом ходу, и это можно использовать только как сорцери. 2 шока, 4 демона рампы, собственно 4 жить забытых богов, это просто топчик для такой деки. За этап жертвуем 20 других существа, каждый любого количества целевых игроков теряет 2 хита, жертвует существо, и мы добавляем 2 черные маны в манапул и берем карту. 4 ордена полуночи. За 2 маны мы можем его сыграть сразу как Кричу с полетом, который не может блокировать 2-2, что тоже, кстати, неплохо. Но можем и сыграть за изменить судьбу за 2 маны, а потом его уже сыграть за Кричу. Итак, изменить судьбу, мы возвращаем целевую карту существа из вашего кладбища в нашу руку. И это обалдеть как приятно, ребята. Особенно в такого рода деке. 4, естественно, мясника Орды Ужаса, 2 мастера чумы, дополнительный сакрафайс, 2 полуночных жнеца, 1 Джудит, 4 Дьявола Безумия, 2 копии Терзания, мало ли вдруг какой Плэнсвокер выползит, и 3 Вековечных Богини Бонту. Вот такая сегодня у нас на обзоре колода. И 24 земли, на самом деле, мне кажется, что это немножечко многовато, но хотя, тут как посмотреть. Ну что, ребята, давайте попробуем потестить эту деку и понять, что она из себя представляет и может ли или не может ли такая колода. Так, сейчас я выберу для вас Рагдос Агро, подтвердить. Кстати, Арзовский реаниматор, который я вчера для вас снимал, мне просто так понравился, блин, наверное, я им, вот, в свободное время я им гонять стандарт 2020. Просто он, блин, классный. Настолько он мне зашел, что я аж... Ладненько. Ну, пока, ребята, ищется оппонент по доброй старой традиции, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Чем интереснее комментарий, тем больше вероятно, что он попадет в видео. И ставьте колокольчик. Ой, хо-хо-хо-хо-хо. Что-то мне эта рука, если честно, не нравится. Давайте попробуем. Мне она вообще не нравится, у нас она такая вся черная. Причерная. Что можно было бы и попробовать. Тем более, оппонента явно не самая быстрая дека. Хотя, черт возьми. Правда. Давайте жрицу поставим. Потому что этого все-таки хочется, как бы... Хочется сыграть за изменить судьбу. Вот так скажем. Давайте атака. Атака. Атака прошла. Давайте кого-то. Давайте поставим еще одну жрицу.
причин, что мы вообще моноблоки играем. Понятно почему. Просто не дала оппоненту маны. У оппонента крюки начались. Так, ну давайте атака двумя. И вот теперь я, наверное, буду играть их за монокост. Как кричу. Хрен с ним. Лучше побыстрее в поле оппонента. Чаще если будем пороть на 6, это все-таки чуть-чуть быстрее. Оппонент не успел там что-то такое сделать прямо. Ага, понятно. Ой, как хорошо, что оппонент так крючит. Такой... Блин, надо играть. Думаю, там бы вообще все быстро решилось. Так. Храм Тайнс — это очень хорошо для оппонента. Не очень хорошо для нас. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно. Атака. Сейчас, наверное, бонду попробуем сыграть. Ати бонду. Давайте пожертвуем одну жрицу. И пару... А, ну все. Пару земель. Красная нужна. Красная ману. Ну, на самом деле, можно даже не ходя в атаку выиграть. Уже. То есть, просто жертвуя крич. Как-нибудь попытаюсь их циклить. И все. Ха. У меня тут это задание разыграть красных или зеленых заклинаний. Ни одного красного не разыграли. Из красно-черной деки. Ладно. У нас тоже на самом деле была рука такая. Что если оппонент что-то начал делать, то мы бы не сделали уже никогда ничего. Так. А, ну, давайте попробуем. Давайте попробуем кипнуть эту руку. Оппонент мулиганится. Ну, это для нас всегда хорошо. Не всегда хорошо для оппонента, но для нас всегда хорошо. Хотя, черт его знает, да, лучше бы, может, он лучше бы кипнул какую-нибудь говно руку с 7 картами, чем хорошую 6. Ну, ладно. Гора, ходи. Есть ли сейчас какие-нибудь хорошие качественные первые дропы? Нет, отвечает водопад Шипалесия. Ну, пас. Конечно же, пас. Наш ход. Болото. Давайте будем начинать напрягать оппонента. Атака. Ну, это не элементарий. Ну да, это элементарий. Так, ладно. Атака. На 2. Убьем крыши. И поставим себе жизнь. Тихо, не понятно. Так. Сомневался. Что-то прямо как-то не очень, да? Ну давайте вот так вот, вот так вот. Сходим. Давайте поставим склеп. И, наверное, жить. Что-то как-то многовато, земель. Прямо уж очень много. Я думаю, порезать на одну землю. О-о-о. Ладно. Конечно, сделал глупость дикую. Хочу убить двух них.
сейчас шок подруга. Я Дэвил тоже. Так. Так. И... Ха, где понятно. Теперь мы снова можем убить двух. Получается, да. Да, конечно. Да, пожалуйста. Да. И пылающий кот. Окей, мы можем на самом деле убить трех крича. Я сейчас подробую кричу. Мы убьем трех крич. Понятно. Yes. Давайте убьем. Поставим землю. Активируем. Подтвердить один. Пожертвуем этих двух. Так, хорошо. Этот сюда. Этот сюда. Этот сюда. Этот в морду. Пожертвуй кричу. И еще. Теперь сточный костяк в игру. И, наверное, дьявол тоже. Ходи, бай. О, другие. Приноси. Форма. Ну, выходи, наверное. Ладно, нам типа сейчас кричу подробно. Любую. И было бы неплохо. Так, и друид. Продолжаем разговор. Давайте. Пожертвуем. Двух кричек. Ой, блин. Просто адский ад. Просто адский ад, ребята. Забрать крич. Спасибо. Это в рейтинге мы играем. Ну ладно, давайте еще. Еще, хочу еще. Мне нравится. Мне нравится, когда деки идеально работают. Это классно. Это же классно. Что, ребята, подписались на канал? Если еще не подписались, давайте бегом подписываться на канал. Потому что я тут с вами прямо так, и все для вас делаю. Делаю деки, которые вы просите. И вообще все. А, да, кстати. У меня сейчас ВКонтакте проходит, по ссылке в описании, проходит в группе опрос. И мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Опрос анонимный, я не такой прочел. Зайдите, посмотрите, почитайте. Вам будет... Ну, рука, кстати, такая себе. Красную земельку бы подровать. Блин, и все, еще ничего больше не надо. Да, или черную хотя бы. Почему подровать нормально? Ну, кстати, мы можем слить, потому что оппонент есть Mass Remove. Поэтому тут мы можем запросто. Ой, прикольно. А может и не можем. Я посмотрю. Атака всеми. Умирать так с песней. Умирать так с музыкой. Мы, кстати, можем сейчас бомбу поставить. Оппоненту будет с ним сложно драться. Давайте так поставим. Ставим в атаку на 4.
Вот так. То есть, если тут там Асримвал, то мы хоть пожертвуем. И Дэвил так не пойдет. Конец. Если мы сейчас еще ману подрубаем, это будет просто песня. На самом деле мы можем сам... Вот сейчас оппонент ничего не сделает, просто... Да. Просто, допустим... Вот ничего такого не сделает, то мы можем на самом деле выкрепить, короче, вот так вот. То есть, допустим, просто двое врат подметим. Плавающие врата, да? Давайте тогда пожертвуем. Ползай два хита, пожалуйста. Подтвердить. Пожертвуем вот эти два существа. Подтвердить. А, раз, два, три, четыре, пять. Пять триггеров. Погнали. На. На. А даже 7 триггеров. Или сколько? 2. 3. Раз. 2. 3. Да, разрешение. И... Пас. Так. Теперь поставим землю. Атака на... 3. Момент 8. Мы можем его сейчас нанести. 1, 2, 3, 4. 5, 6 дамага. Давайте просто дьявола еще одного. Наверное. Блин, не знаю. Давайте ход. Если сейчас дьявол не умрет, то мы выиграем. Так. Yes. Все, спасибо, друг. Спасибо, друг. Ты был супер. Фу. Я уже думал, мы сейчас проебем. Но нет. Смотри-ка. На, держи шокер фейс. Кровавый склеп. Повернут. Бонд. Пожалуйста, дай. Например, все. Нахер. Просто 7 дамага в лицо. Бум! С одного бомба. И все на этом. Вот такие пироги. Спасибо. Давайте следующую. Давайте, ребята, следующую. Последнюю игру сыграем, катаем. Блин, ну что-то прямо как-то бодренько заходит дечки. Дечка такая-то. Ух-ух-ух. Ух-ух-ух. Хо-хо, какая рука. Слишком шоколадная, чтобы выиграть. Вот так вот скажем. Там все есть, но тебя. Вот, конечно. Это то, что жрица нам. Ой, что-то здесь похоже. Давайте атака на один. Что-то похоже, но похуже. Дай мне покажу. Дьявол. Давайте атака на один. Потому что я уж лучше жить, боже. Или... Чем все остальное. Так, Gateway Plaza. Их-то по гейму сейчас покидаем. Дело. А, нет. Вот так вот, да? Ну да, давай. Все на него умрут. Пусть хоть умрут за тебя. Похоже, матчап только в этот раз у оппонента лучше раздача. О! Прикольно. Прикольно нам дали. Сейчас бы земельку еще.
Ну и так тоже неплохо. Нормально. Поздновато, но нормально. Что есть? Прям занервничал. Задёрнул. Архар был вот, помог. Окей, так. Как интересно. Как интересно. Давайте мастер чумы. Его же мы и пожертвуем. Подробно карты. Где наши земля? Где наши 21 земля? В 47 картах. Почти половина. Это земли. Так. Путь. Начинаем плодить токенов, да? Два. Два в токен. Окей. Ну, что делать? Бывает. В целом, конечно. Убивает? Но бывает. Так, убивает, но бывает. Так. Давайте тогда поставим жрицу. Поставим костяка. Бонд. Где мой бонд? Мне бонд. Ладно, ход. Это будем дровать много карт. Я хочу, короче, сыграть Орден Полуночи. Вернуть себе дьявола. Безумие. Такой вот у меня план. Очень хочу. Лоу, да-да-да. Еще больше зомбей. Еще больше зомбей. Мор зомби, мор. Мор, very more. Без проблем. Вот. И поставить вот тут. Видимо, не судьба. Так, ну давайте что, начнем, наверное, дроваться. Давайте начнем, наверное, дроваться. Да. Сюда. Подтвердить один. Пожертвую вот так. Подробно три карты. Раз. Два. Три. У нас получается 6 ман. 6 ман у нас получается, да? Давайте поставим. Сыграем орден. Хотя знаете что? Да, терзание. Я, может быть, сильно надо было орден. Ну ладно. Давайте орден. Вернем. Блин! А, нет! Вот это фиаско. Вот это было фиаско. Конкретно. Ой-ой-ой, сколько. Не то нажал. Черт. Ну ладно, демон встанет. На. Да. Все. Хорошо дали абонент. Очень-очень хорошо. Фу, черт. Не привык еще к этой карте. Не привык ее бокс. Ладненько, ребята. Такое получилось сегодня видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, вам было в кайф. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Но я с вами не прощаюсь. Хотя завтра сделаю себе выходной. Всем спасибо, пока. И удачных топ-деков.